Всем привет, друзья, канал Масолимп. В работе у нас Лада Ларгус. Автомобиль приехал на полную шумоизоляцию. Салон разобран, краткий обзор. Арки голые. Такая полоса в багажнике. Два квадратика. Смотрим, что у нас по дверям. Двери. Видите, кусок вибро пролили и все. Пол в салоне. Тоже несколько кусочков. Смотрим крышу. Крыша полностью у нас голая. Смотрим дальше. Закончили клеить первый слой в багажнике на автомобиле Largus. Арки прокатаны, пол в багажнике. Также проклеили пол в салоне. Проклеили двери. Проклеили первым слоем потолок. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Lada Largus. Проклеен у нас пол в салоне. Такой ковер получился. Также проклеили пол в багажнике. Арки. Проклеили потолок вторым слоем. И проклеили двери. Приступаем к сборке. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции на автомобиле Lada Largus. Все детали салона, весь пластик стоит на своих местах. Никаких повреждений мы не оставляем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!